Здравствуйте, коллеги. Продовольственная сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ФАО приглашает вас принять участие в ежегодном мероприятии по АГРИС. Так называется Международная информационная система по сельскохозяйственным наукам и технологиям. Встреча пройдет под девизом «Для борьбы с голодом. Знания важны, а их распространение жизненно необходимо». Она состоится в онлайн-формате 1 июля 2021 года, день недели четверг с 13 до 16 часов по центральноевропейскому времени. Разница с Москвой – 1 час. Для внедрения инноваций в сельское хозяйство, для устойчивого преобразования глобальных сельскохозяйственных и продовольственных систем необходимы знания. На вебинаре расскажут, каким образом АГРИС помогает ученым обмениваться результатами научных исследований. Для борьбы с голодом в мировом масштабе, а это главная задача ФАО, очень важно своевременное распространение знаний и передовых технологий. Вы узнаете, какую роль в этом играет ФАО, о трех веских причинах присоединиться к АГРИС, как внести свой вклад в международный обмен знаниями и опытом. Основной язык встречи – английский, но будет организован устный перевод на 6 официальных языков ФАО, в том числе и на русский. Узнайте про АГРИС больше, присоединитесь к нам 1 июля.